Сегодня мы заедем на Эко-Ниву. Посмотрим, как добывают молоко. Перед вами теленок трехмесячный. У каждого теленка свой домик. Также есть калитка. Когда все гости уезжают, они выходят на прогулку. Решил погладить и проверить, настоящий ли это теленок. Вот это отстроили телячий поселок. Вот это я понимаю. А это мы приехали на следующую локацию. Коровы все так же с номерками. Кто знает, зачем они им нужны. А это предводитель всех коров. Ладно, не буду снимать, а то вдруг камеру отнимет. С правой стороны можно наблюдать вентиляторы. Они дуют с такой силой, что мне тяжело передвигаться по этому ангару. Я очень долго искал корову, которая сможет дать мне интервью, хорошо ей здесь или плохо. Ну, давайте послушаем. Что она сказала? Пишите в комментариях. Интересно, из этого корм делают, или она просто сюда прилетела? А это коровий массаж. Комментировать, конечно же, я это не стану. Кто досмотрел до конца, тот молодец. А я поехал дальше пилить вам ролики. Не забываем подписаться на канал.